Между тем, в Кабельском районе разработали план действия по подготовке к паводку. Подтопляемыми наслегами являются Аргас, Кальвица, Сита, Батамай и Сангар. Общее руководство по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод возложили на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе. На днях прошли учения. Также прошел смотр сил и технических средств. Выстроили внештатные аварийно-спасательные формирования. В поселке Сангар, к примеру, в первую очередь это работники и техника отряда противопожарной службы номер 18, полиции, Кабельские электрические сети Сахаэнерго и инспекции охраны природы. Заключены договора с индивидуальными предпринимателями на поставку продуктов питания, воды, твердого мягкого инвентаря для эвакопунктов. Заключены договора также с гидрометом на поставку гидрометпродукции, то есть уровней воды во время паводка. С владельцами маломерных судов на производство аварийно-спасательных работ.